Good morning, guys. Сегодня решил опять поснимать немножко. Сейчас еду на работу. Как раз надо будет убирать то, что я вам показывал в прошлом видео. Но затем надо будет съездить в магазин, купить некоторые материалы для того, что я опять же показывал в прошлом видео. Поэтому сегодня, думаю, будет интересный день. У нас завтра Пасхайня, типа как, короче, Пасха. Все отдыхают, все закрыто, а я буду работать. Может быть. Прическа говно. Ну, да, до связи. Вот я приехал на работу. Купил себе, короче, вот такие вот перчаточки еще. Чтобы мои ручки были защищены от всякой гадости. Сейчас одену очень модные сапожки у меня есть. Вот они. Вот. Модница должна оценить. И пойду убираться. Что, вот сегодня наш фронт работ. Вот, тут очень жарко. Вот я вчера уже начал, короче, убирать здесь. Вот у меня есть. Сейчас. Вот у меня есть водный пылесос. И керкер с антисептиком. И типа. Ну, просто можешь, все. Ничего трудного нет. Так что за сегодня надо будет все почистить, вымыть. И камера потеет. В общем, не буду все это снимать. Сейчас протяну сюда водный провод, подключу и буду работать. Как вам мои новые сапожки? Моднявый такой. Иу, говно, да, но ничего. Зато есть хоть чем позаниматься. Ладно, пойду протягивать провод. О, ну что, привет всем, на часах без 15:04, я только закончил убирать этот гребаный там, вся вот эту фигню. Съездил в магазин, купил вот такие вот решетки для воздухозаборника. Сейчас заберу еще несколько панелей, чтобы сделать, как она называется, чтобы сделать бади. Вот, и надо мне еще домыть полы будет, потому что я убрался только в хранилище, а полы остались еще грязные. Поэтому вернусь, надо было успеть все сдать, чтобы меньше денег было платить, потому что завтра выходной, никто не работает, в понедельник никто не работает, и в выходные никто не работает. Так что надо все закупить и успеть. Вот, а потом поеду в магазин, еще надо еды купить. И, наверное, сегодня таки приготовлю макароны с фаршем а-ля паста, потому что я нашел спагетти, они мне оказались. Поэтому до связи. Ну что, наконец-то все помыл. Фух, целый день потратил на то, чтобы выполнить тут работу. Ну зато теперь посмотрите, как здесь чисто. Вот, если помните, здесь все было вообще в воде, черный пол и так далее и тому подобное. Зато теперь все чисто и красиво. Вот какой чистый пол. Целый день керхером и пылесосом, водяным пылесосом. Фух. Ну а теперь поеду домой отдыхать и вернусь к вам, когда буду готовить болоньезе. А может, посплю еще, не знаю. Но в любом случае, надо отдохнуть после тяжелого трудового дня. Всем пока. Здорово, ребят. Я вот тут дома. У меня тут к вам есть кое-что показать. Смотрите, какая у меня кися спряталась в свой домик. Джесси, скажи привет. Скажи привет. А, киса не хочет разговаривать. В общем, я тут пока приготовил себе ужин. Вот, смотрите. Вот тут у меня макарошки и мяско, точнее, соус. С мяском, вот. И также потер себе морковочки. Сейчас поужинаю. Вот у меня там на заднем фоне редактируется, точнее, рендерится первый ролик, чтобы я выложил на YouTube. Хочу просто посмотреть разные настройки видео, как будет. Так что я сейчас поужинаю. Завтра решил устроить себе выходной, потому что я сегодня очень устал и надышался этой хлорки, и очень кашляю целый день. Но это не коронавирус. Не-не-не, это из-за хлорки.
Вот. А завтра, наверное, устрою себе выходной. Что-нибудь поделаю по дому, может быть, попою, попишу песенки, запишу это. Я думаю, что сегодня мы больше не увидимся. Ничего интересного не произойдет. Я сейчас, наверное, поем, да, что-нибудь поредактирую видосы. Вот, и отправлюсь поспать, чтобы выспаться. Так что всех с наступающей Пасхой. Хотя вы это, скорее всего, будете смотреть потом. Ну да ладно, неважно. И до связи. С вами был мистер Пихто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментарии, неважно. Пока.